Михаил Жукевич перевыбраны на посаду старшини Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорту и туризму. Такое решение приняли делегаты 23-й справоздачно выборной конференции, якая сегодня прошла в Гомеле. Наши корреспонденты потекавились зробленным и планами на будущее. Справоздачно-выборная кампания – лепший час для деталевого анализа проведенной работы и удокладнения задач на наступный 5-годовый период. От громадского объединения, неколи ведомого головным чином организации туристических взлетов и уручением новогодних подарунков, профсоюзы перешли до гаранту социальной обороны працующих. По инициативе Федерации профсоюзов внесено очень много изменений в Трудовой кодекс. Во всех организациях действуют коллективные договоры, которые улучшают положение наших работников. Осуществляется контроль по вопросам охраны труда, профсоюз занимается оздоровлением и многим-многим другим. Только одна личба. За справоздачный период юристы областной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорту и туризму вернули работникам около 250 тысяч рублей, которые были незаконно утриманные наймальниками. Дальше, зараз профсоюзы бачат свою задачу у захования узровню зарплаты при переходе на новую систему оплаты працы. Миновито по инициативе профсоюзов завтра у Минску пройдут шматбаковые консультации на эту тему с представниками Министерства працы. Что тычется больше долготерминовых задач. Это ахова працы и профилактика вытворшего травматизма, социальная поддержка молодых специалистов, оказание адресной допомоги ветеранам працы, популяризация здорового ладу життя. Причем займаться этими питаниями у наступный справоздачный период у многих первичках будут новые кадры. Прошла отчетно-выборная кампания, у нас где-то порядка 27% сменяемость. Вот. В первичных организациях где-то порядка 65%. И причем в основном пришли люди, которым 35-38 годов. Вот. То есть люди на сегодняшний день видят в профсоюзах реальную силу, социальную защиту свою. Олег Сентюров, Марина Джала, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».